Про такие места говорят: тишь да гладь, да Божья благодать. Правда, с гладью тут проблемы, особенно на дороге, которая идет вдоль домов. Пока сухо, как сегодня, выглядит вполне себе проезжей. Но после осадков для жителей местных домов она превращается в настоящее бедствие. А весной что творится? Да, весной вообще снег начинает таять, яму вот так вот. У всех джипы, потому что на другой не проедешь. Вот такая вот и будет стоять, если пока они просохнут. Сейчас немного люди на работу должны ходить или как? Или я не знаю, бахилы надевать какие-то непромокаемые. Эта беда на российской земле дело привычное. Но нашим героям эти ямы и ухабы серьезно портят жизнь, причем в самом буквальном смысле слова. Я человек как бы не очень здоровый, и приходится вызывать скорую. Скорая один раз сюда даже не поехала, то есть они остановились там и пешим ходом пошли сюда по этой грязи. На соседних улицах ситуация с дорогой практически образцовая, а здесь почти как в анекдоте, только в грустном. Спасение утопающих в лужах – дело рук самих утопающих. Я уж не раз и не один год вожу сюда и камни, и все, и щебень, где попадется. А все равно без толку, потому что грязью заезжается все. И грязью мелочь вся вывозится. Жители не раз обращались к чиновникам, указывая на состояние дороги. Используют для этого в том числе и интернет-порталы для приема обращений граждан. И даже получали исчерпывающие ответы. Мы писали письмо, направляли на сердитый гражданин. Ответил нам господин Гуцев. Ответ был очень замечательный, шикарный, в фотках. Сказал, что в 2016 году дорога будет сделана. 2016 год прошел, дороги нет. Ну, как видно, что дороги нет, и непонятно, когда будет. За ответом, почему же не был сделан ремонт, наша съемочная группа отправилась в районную администрацию. Как выясняется, все дело в финансировании. В прошлом году администрация Ленинского муниципального района по предложениям администрации сельского поселения Володарска, а также на основании обращения жителей, были составлены сметные расчеты, в том числе и по данному участку дороги. Вот. Но учитывая ограниченность бюджетных средств, в первую очередь в приоритетном порядке было принято решение отремонтировать дороги к социальным объектам, таким как детский садик «Пчелка», а также к строящейся школе, которая планируется в этом году открываться в поселке Володарского. Столь плачевной ситуация была не всегда. Виктор Васильевич Романюк живет на улице Лесной 60-х годов прошлого века. Дом поставили его родители. Тогда он был еще ребенком, но помнит, как в далеком 1965 году строилась дорога из кусков камня. Ее строили местные, раньше была фабрика, привозили песок. Значит, у нас карьер недалеко, на Аргоке, в Раменском. И камень свой добывали или остатки из каменоломен, а не за речкой. То есть тут 2-3 километра, материалов много. Однажды вдоль улицы прокладывали трубы и старую каменную дорогу разрушили. С тех пор для местных жителей эта 500-метровая полоса дороги превратилась в черную полосу. Особенно страдает местная молодежь. Мы вот куда-нибудь соберемся, и мы идем, и все красивые, нарядные, а потом приходим, все такие грязные, и нам это очень не нравится. Вы можете посмотреть на мой велосипед, он весь грязный, грязная моя спортивная одежда. Соответственно, если брать весну, здесь пока дойдешь до остановки, ты пока по нашей дороге пройдешь, вся обувь будет уже испачкана. Все прекрасные туфли превращаются в некрасивые туфли. Красота в этот раз мир не спасет, а вот муниципальные власти все же попытаются. Ремонт дороги уже запланирован. На следующий год в планах ничего не изменится. Это, естественно, ремонт как раз вот этих небольших участков дорог. В самом поселке Володарского в планах деревня Большое Саврасово и деревня Григорчиково. Так что осталось просто немножко подождать, и я думаю, в следующем году, естественно, эти участки будут отремонтированы. Как нам стало известно из собственных источников, уже сейчас в администрации пытаются найти средства на ремонт дороги. И вполне возможно, на этой улице наступит праздник в виде ремонтной техники чуть раньше. Максим Козлов, Данил Свидерский, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.